Привет, друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. Вот такая вот новость достаточно интересная. И под нее есть решение суда. Решение суда и первой, и второй инстанции. Ссылочка будет в описании к моему видеоролику. Сможете перейти. Так в чем же новость, спросите меня вы? Суд отменил штраф за трукам за превышение скорости в связи с тем, что данный трукам не был опломбирован. Какая была ситуация на дороге? Водитель двигался на своем транспортном средстве, его остановили сотрудники полиции за превышение скорости. Остановили и предъявили трукам, предъявили видеозапись, показали, что он нарушает, что скорость превышена и все такое. Водитель же был достаточно умный и заметил, что данный трукам не опломбировал. На нем нету пломбы. Он это записал на видео, записал на фото и предоставил в дальнейшем эти все доказательства в суд. На него, естественно, составили на месте постановление на 255 гривен. Он обжаловал свою правовую позицию, он аргументировал приказом Минэкономразвития номер 193. В этом приказе указано, что все измерительные приборы должны быть поверены и на них должна быть пломба. В данном случае полицейские не смогли доказать, что трукам поверен и что он был опломбирован. И, о чудо, ранее такого не было, суд принял решение в пользу водителя. Вывод. Какой вывод? Если вас останавливают за превышение скорости на трукам, вы всегда можете потребовать у сотрудников полиции документы на трукам, поверку и визуально для себя убедиться, что на трукаме есть пломба. Вывод, друзья, такой. Если на трукаме нету пломбы, то суд вы выиграете. Главное желание для обжалования. Очень часто задаваемый вопрос, надо ли оплачивать судебный сбор. Судебный сбор оплачивать не надо. Друзья, это тот момент для тех, кто действительно досмотрел мое видео. Меня по-прежнему зовут Тарас, я работаю юристом. Это Сергей, специально обученный человек по распаковке кнопок, которые мне прислал YouTube за 100 тысяч подписчиков. Давай, Сергей, распаковывай. Я пока в двух словах расскажу, кто такой Сергей, чем он занимается. Сергей занимается тем, что продвигает людям каналы на YouTube. Вот он мне тоже помогал очень в этом вопросе. И во многом благодаря нему я получил данную кнопку. Что там, Сергей, как получается распаковывать? Я ее зубами распакую, если не получится. Мне кажется, надо здесь сверху. Мне кажется, специалист по распаковке кнопок лучше знает, как ее распаковать. Оп. Торжественно вручаем. О. Она не открывается. Она все на ней открывается. Да. Продолжаем. Да. Я думаю, надо сверху. Вот здесь я так вот так присматривался. Надо сверху ее все-таки распаковать чуть-чуть. Мы ее сейчас просто разрежем. А, тут целая система, слушай. Так, сверху вот здесь. Да, я бы же понял, что сверху. Я просто изучал его коробку перед тем, как это. Второй раз вручаем. Оба. Так, чтобы видно было, что тут у нас есть. Выше. Давайте поднять. Посмотрим. Выше поднять, да? Какая-то штука. Что это такое, Сергей? Вот из здесь. Это благодарственное письмо с поздравлением. За 100 тысяч people's. Да, да, people 100 тысяч people's subscribe to your channel. Your channel. Так, дальше тут идет что-то такое похоже на визитку какую-то, похоже на номер. Это оценочная стоимость, нет. Сколько в ломбарде за нее могут дать. Тут написано, да. И... не сдавать ломбард. И сама кнопка, как ее отсюда достать. Давайте достанем. О, здесь еще какая-то. Много здесь всяких бумажек. О, еще вот какая-то штучка. Я не знаю, что это такое. Что это такое? А, это, да. Короче, когда кнопку распаковываешь, потом можно пожевать. Да, для освежителя воздуха. О, кнопка. Что тут написано? Что надо распаковать? Опа, че. О, круто. Это сейчас вот такие кнопки идут, получается. Здесь есть специальные штуки, чтобы цеплять на стенку, наверное, я так понимаю. Тарас, юрист, адвокат Одесса. Спасибо большое, друзья. На самом деле это все благодаря вам произошло, то, что вы меня смотрите. Спасибо реально огромное. И спасибо Сергею, что он меня поддерживает и объяснил, скажем так, как и что вообще делать на YouTube, чтобы набрать 100 тысяч подписчиков. Друзья, что я хочу сказать. Если вы так же, как и я, занимаетесь YouTube и хотите достичь каких-то результатов в этом деле, чтобы это было все как-то централизовано, были вам правильные советы, обязательно подписывайтесь
подписывайтесь на канал Сергея, ссылка будет в описании к моему видео, сможете перейти и подписаться. Там очень много полезной информации, и вы тоже сможете себе получить такую кнопку и, возможно, даже не одну. Подписывайтесь! Подписывайтесь!